стремиться к физическому и эстетическому развитию, приглашаем на спортивно-оздоровительные занятия в фитнес-студию «Виндзор», расположенную в гостиничном комплексе «Вега». Разнообразие программ включает в себя силовые и кардио-аэробные тренировки для взрослых, оздоровительные и танцевальные классы, гимнастику и хореографию для детей. Ждем вас по адресу: Юбилейная, 40, офис 301. Телефон 55-55-01. Форум «Звезды Самарской губернии». Вот уже на протяжении 6 лет каждую осень яркое событие объединяет спортивную общественность губернии, округа и страны. В 2010 году это был пилотный проект Валерия Малькова, приуроченный к десятилетию популярной телевизионной программы «Фан-клуб». Постепенно мероприятие развивалось, в некой степени менялось, приобретало новые грани. И вот позади 6-й региональный грандиозный праздник спорта. Для нашей съемочной бригады стало уже привычным готовить отчеты о прошедшем осеннем торжестве. Программа форума не меняется. Цели и задачи оргкомитета события остаются прежними. Тем не менее, каждое подобное мероприятие неповторимо. На сегодняшний момент меньше 3 месяцев остается уже до 7-го торжества спорта. Подготовка к масштабному мероприятию ведется еще с весны. Активную работу по разным направлениям проводит президент предстоящего форума Андрей Анатольевич Королев. Андрей Анатольевич имеет звание заслуженного работника физической культуры Самарской области. До недавнего времени он возглавлял Федерацию бокса нашей губернии, а сейчас является ее почетным президентом. В настоящее время Андрей Королев возглавляет группу компаний «Современные технологии», при поддержке которой пройдет 7-й спортивный форум. С таким ярким событием, как «Звезды Самарской губернии» и ПФО, Андрей Анатольевич знаком не понаслышке. В 2015 году Андрей Королев также был его президентом, но ввиду обстоятельств не смог посетить его лично. Я думаю, что форум получил высокую оценку, и на следующий год 7-й форум, наверное, может быть, еще и на более высоком уровне пройдет. Это будет, опять же, заслуга тех организаторов, которые ежегодно проводят, делают, собирают много друзей, которые близки к спорту. Это также, наверное, отдать надо и сказать большое спасибо Министерству спорта. Они всегда поддерживают. Поддерживают люди, которые близки к спорту. Это и люди с других организаций спортивных. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому в преддверии очередного осеннего спортивного торжества предлагаем зрителям окунуться в атмосферу 6-го форума и почувствовать себя неотъемлемой частью спортивного созвездия Самарской губернии и Приволжского федерального округа. Тольятти всегда гостеприимно встречает многочисленных делегатов. Первыми в город автостроителей прибывают участники традиционного фестиваля спортивного кино и телевидения. Конкурс среди журналистов и режиссеров прошел в этом году в 4-й раз. Документальные фильмы, трансляции состязаний, динамичные ролики и телевизионные передачи присылались по почте или через интернет. В рамках фестиваля конкурсные работы транслировались на большом экране в кинотеатре «Аэрохолл». Так что они становились буквально народной забавой. Например, в Шотландии дешёв. Зрение готово! Зрение готово! Он ориентировался на американскую модель подачи, что и привело к успеху. У события, кстати, уже есть свои талисманы. Например, Алена Епифанова из Рязани посетила не только все 4 фестиваля, но и каждый из 6 форумов «Звезды Самарской губернии» и ПФО. Ее коллега и подруга Елена Куракина пропустила лишь 1 мероприятие. В голове кручу, и понимаю, что, боже, это же 6-й год подряд. Каждую осень в моем расписании уже в октябре месяце есть командировка в Тольятти. Знаете, как говорят, 1 раз это случайность, да, 2 раза это совпадение, а вот 3 раза это уже закономерность. Вот мне очень приятно, что в моей жизни спортивный форум, который делает Валера Мальков, это уже такая хорошая закономерность. Вот такой осенний марафон из Рязани в Тольятти. В 2015 году рязанская делегация пополнилась еще одним журналистом,
автором не только нового вида спорта «Рыбатлон», но и одноименной передачи, изготовленной в формате прямой трансляции. Я делаю телевизионную программу после каждых наших соревнований по рыбатлону, оформляю ее в режиме якобы имитация онлайна такого, как будто вживую показывается. И вот сегодня, буквально через минут 40, будет презентован мой фильм об одном из соревнований. Мы в течение года проводим соревнования, примерно 8 штук, 8 соревнований, бесплатное участие. И, в общем-то, самое главное, что мы позиционируем этот вид спорта как развенчание мифа о том, что рыбалка напрямую связана с употреблением алкоголя. Свои творения на рассмотрение жюри представили также конкурсанты из Москвы, Уфы, Кстова, Углича, Октябрьского и городов Самарской области. С интересом смотрели фильмы и передачи деятели физической культуры нашего региона. Кому, как не руководителям, рассуждать о необходимости популяризации жанра спортивного кино. В последнее время по телевидению мало демонстрируют спортивных фильмов. Помните раньше и про великих, выдающихся атлетов. Снимали персональные фильмы. Это воспитательный процесс. Это очень нравилось молодым людям. Это толкало их на новые подвиги в спорте. Я думаю, что Валера в том числе и продвигает эту идею. Александр Гусев очень не любит позировать перед объективом. Вообще не любит вспоминать о былом. Хорошо, что другие легендарные хоккеисты буквально уговорили его пойти навстречу нашей съемочной команде. А то фильм мог бы и не состояться, и это было бы до крайности обидно, поскольку олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Александр Гусев – человек неординарный. Лидирующее положение нашей команды закрепляет защитник Александр Гусев. 3-1. К сожалению, такие фильмы довольно редко транслируют на телевизионных каналах. На помощь любителям спортивного кино приходит интернет, куда многие авторы выкладывают свои работы. Особенно в наше время, во время интернета, когда вся наша молодежь находится именно там, мы порой за это их ругаем, но время бежит вперед, и мы не можем за этим следить. И поэтому те материалы, которые вы снимаете, они, может быть, очень редко появляются на федеральных каналах, но мы можем их видеть в сети интернет, в частности YouTube, где как раз и попадаются на глаза. Я думаю, что как раз вот ваши фильмы, которые вы сняли, которые будут попадаться на глаза и будут мотивировать нашу молодежь для того, чтобы они после этого начали заниматься спортом. Тем не менее, на фестивалях и подобных форумах постоянно обсуждается вопрос о необходимости трансляции работ на телевидении. Именно здесь режиссеры и журналисты приходят к истине, решают многие спорные моменты. Проблема не в том, что как она существует, а как на это реагирует. И Валера Мальков реагирует правильно. Он просто даже сегодня молодец, зажег немножко всех своей критикой в сторону чиновника. А с другой стороны, у каждого своя цель, у него есть цель, и он молодец. И поэтому благодаря ему, в принципе, и форма существует. А с другой стороны, если не будет этих фильмов, не будет этих всяких вот моментов, где люди могут узнать, кто был рядом с тобой, даже по соседней лестничной площадке, почему бы, это же, блин, вообще, я считаю, что даже какой-то небе такой тихий подвиг, чтобы дать должное, говорится, дань тому той памяти, которую, в принципе, человек оставил в спорте. Большой интерес в 2015 году вызвала работа телеведущей из Уфы Лилии Шафиковой. Выпуск ее программы «История в кадре» был посвящен заслуженному тренеру России по хоккею Сергею Михалеву, который погиб в автокатастрофе нынешней весной. Герой нашей сегодняшней программы «Истории в кадре» трудно ассоциировать с прошлым. Сергей Михалев – ум, честь и совесть современного хоккея. Человек, подаривший республике первые золотые медали чемпионата России. Да и сам он настоящий тренер золотой мечты. С самого детства окружающие отмечали недюжую силу Михалева. Борьбы на площадке не боялся, силовые приемы применял часто. Да и бросок у него всегда был хороший. Как отмечали многие его партнеры, пройти Сергея Михалева на льду было невозможно. Уж больно цепкий был. Когда мы играли вместе, у него была
кличка Грузчик. У него руки были, как это, как одна рука, как наши две руки. Вот кличка это ему прилипла из-за того, что он нападающих защитника, как мы говорили, грузил всего. Поэтому у него кличка была Грузчик. Сколько человеческих историй, сколько уникальных памятных спортивных мгновений собрал уфимский клуб. Весной 2015-го Сергея Михалева вновь пригласили в Уфу. Учитывая его колоссальный опыт и мастерство, его назначили помощником генерального директора хоккейного клуба «Салават Юлаев». И жизнь, казалось, стала налаживаться. Однако роковое стечение обстоятельств, и в один миг сердце заслуженного тренера России Сергея Михалева внезапно остановилось. Он был светлым человеком, таким, как и его голова. Сергей Михайлович и после смерти останется любимым тренером и в Уфе, и в Тольятти, и в Череповце, потому что для всех он стал народным тренером России. Таким он и останется в нашей истории. Жаль, что теперь уже только в кадре. Ажиотаж вызвал также фильм Евгения Яшина «Из Кстова». Его история бездомного бойца всколыхнула общественность, заставила задуматься об истинных жизненных ценностях. Привлекательность для молодежи в том, что он один. Он один такой, других таких нет. Он очень сложный человек. Мы лично не знакомы, но я и читал те вещи, которые он пишет, и видел его бои. Меня не оставляло с первого момента, первого поединка, ощущение, что у человека задача умереть на ковре, на бойцовском, или в клетке, или где-то. То есть человек идет по пути смерти, как вот Ронин. То он чем-то похож на Ронина. Безземельный самурай, без даймё. То он идет по своей дороге со своим мечом, и, в общем, его окружающая действительность, она вообще не волнует. Он воспринимает такое, какая она есть. Я ему немножко завидую. Я его немножко боюсь. А мне его немножко жаль. И я категорически не хотел бы, чтобы мои дети были похожи на него. Фестиваль спортивного кино и телевидения в Тольятти – это целая кладезь интереснейших кинопроизведений, увлекательных работ и фильмов. С этого мероприятия традиционно стартует непосредственно форум «Звезды Самарской губернии» и ПФО. А основная часть начинается в субботний день с футбольного шоу-матча. Во многих уголках региона 24 октября выпал снег, а в Тольятти было тепло и сухо. По сложившейся за 6 лет традиции стадион «Спутник» встретил игроков Востока и Запада Приволжского федерального округа. Казалось бы, игра носит товарищеский, даже дружеский характер. Но, тем не менее, страсти на поле кипели нешуточные. Насчет эмоций, это просто зашкаливает. Особенно от комментатора Валерия Ивановича Малькова. Он ведет с таким юмором, то есть здесь, ну, равнодушным остаться просто невозможно сами. Ну и тем более футболисты показывают хорошую игру, сами, отличную игру показывают, несмотря на свой возраст. Комментарии и даже самостоятельные атаки Валерия Малькова не помогли команде Запада, игравшей в белых футболках, вырвать победу у Востока. В итоге последние забили два мяча и, завершив игру со счетом 2-1, завоевали главный трофей – кубок и золотые медали. Матч получился очень интересный. Обычно в последнее время больше одного мяча мы не видели. В этот раз все получилось. 2-1. Команда в черной форме одержала победу. Я пытался поддержать белых. Дважды выходил на ударную позицию, но не получил передачи, поэтому не смог реализовать свой момент. Я уверен, если бы мне дали шанс, то я бы 100% забил этот мяч. Игра перешла бы в дополнительное время. Там мы бы выстояли. И по пенальти, опять же, при помощи меня мы бы одержали уверенную победу. Но так судья, конечно, судил. Будем разбираться, будем делать выводы. Мы не считаем себя проигравшими. Не ушли без подарков и зрители. Руководители и представители тольяттинских общеобразовательных школ из рук олимпийских чемпионов Бориса Шухова и Анатолия Яркина получили статуэтки за вклад в развитие спорта. После матча многочисленная компания поклонников активного образа жизни переместилась во Дворец культуры, искусства и творчества. То, что форум состоялся в столь непростое время, это уже позитивное явление.
сейчас очень сложная экономическая ситуация. Все понимают, что не все регионы просто вот финансово имеют возможность посетить другие города. Да? Но есть люди, есть участники. Да? Вы видите опять здесь директоров учреждений. Здесь представлены наши муниципальные образования, городские округа нашего региона. Поэтому говорить о том, что искать в чем-то позитив, наверное, не стоит. Сам форум – это уже позитив. До чествования лучших из лучших остается еще час. В фойе муниципального автономного учреждения, дворец культуры, искусства и творчества, пик оживления. Повсюду друг с другом общаются давние друзья и коллеги. Любители спорта с интересом смотрят на выставочные экспонаты. Здесь уже знакомые всем гоночные автомобили, стенды спортшкол, награды городов и муниципальных районов губернии, округа. Есть и что-то новое. Например, экспозиция веломагазина «К4 Спорт». Заслуженный мастер спорта Евгений Анашкин с удовольствием знакомит всех желающих с новинками техники. Вот на этом велосипеде широкие покрышки, низкого давления, на котором вы можете ехать просто куда глядят у вас глаза. То есть означает, что перед вами песок, снег, камни, корни. То есть вы их не замечаете и просто двигайтесь каждый в своем направлении. То есть это вот новинка следующего года, уже этого года, и следующего года их будет все больше и больше. У нас велосипеды были из водопроводных труб, можно, как мы всегда говорили, можно было гнуть их в любую сторону. А сейчас велосипеды, конечно, сказка. Сами едут, ничего не надо делать. Едут сами. Ну, правда, надо немножко прикладывать здоровье. Ближе к апофеозу форума, церемонии награждения лучших из лучших, атмосферу мероприятия создают музыканты духового оркестра Тольяттинской консерватории. Наконец, начинается самое главное – гала-концерт и вручение наград победителям всевозможных номинаций – от лучшего спортсмена до мецената года. Награждение, выступление ведущих артистов, приветственные слова почетных гостей – все это создавало апогей 6-го спортивного форума «Звезды Самарской губернии» и Приволжского федерального округа 2015. Так получилось, что многие лауреаты конкурса в эти дни находились на соревнованиях или сборах, так что памятные статуэтки и цветы получали их тренеры. В центре всеобщего внимания в этот вечер были велосипедисты, лыжники, пловцы, каратисты, футболисты, фанаты легкой атлетики, спортивной гимнастики, триатлона, универсального боя и множество других направлений. Что касается мецената года, то здесь не выделяли кого-то лучшего, а чествовали целое созвездие. 7-й спортивный форум «Звезды Самарской губернии» и ПФО-2016, а также 5-й юбилейный фестиваль спортивного кино и телевидения пройдут в Тольятти с 20 по 22 октября. Уже сейчас можно подавать заявки для участия в конкурсе по номинациям. По традиции гостей праздника ждет насыщенная и незабываемая программа. Приглашаем к участию!